Всім доброго ранку, чи доброго дня вже. Да, як завжди традиційно о цій порі в затишному конференц-залі інформаційно-аналітичного агентства «Інтерфакс Україна» по п'ятницям прес-конференція. Сьогодні ми обговоримо, тема звучить «Нові сюжети березня». Бачите, сюжетів багато, березня, я думаю, буде і далі, буде. От, цікаво, я думаю, нам і допомогло керівництво держави, яке перенесло засідання РНБО з п'ятниці вечора або другої половини дня на четвер, так що нам є що обговорити. Ми не прогнозували ось такого перебігу подій, але цікаво. Ось так що, і далі продовжується наступ президента Зеленського на старі еліти. Ось, і я думаю, що і вчорашнє засідання, воно якраз в цьому напрямку було, і рішення були прийняті. Нам вже питання з чату трансляції йдуть, так? Богдан Красавцев, 7-й канал Одеса. Скажіть, будь ласка, якою, на вашу думку, буде ситуація в регіонах у контексті можливого запровадження локдауну? Тому що мери деяких міст знову демонструють незалежність. І чи можна очікувати, що регіони поступово набиратимуть ще більшої ваги в українській політиці? І я зараз переадресую оці питання до пана Олександра Кочеткова, політичного аналітика відомого. От ви як політичний аналітик, давайте докупи збираємо, до цього всього. Але я хотів би, і основну тему, щоб ми зачепили. Дивіться, що означає от в такому політико-економічному контексті або чисто політичному контексті всі ці рішення відносно депутатів, які голосували за Харківські угоди, які тут наслідки, так, можуть бути політичні, перш за все, не кримінальні. І, по-друге, ситуація з реприватизацією або націоналізацією Моторсічі, як це теж позначиться на бізнес-середовищі, на геополітичному середовищі, тому що не все так однозначно. Дякую. Знаєте, колеги, а не важно, от тот или иной курс політичний під влиянням яких обстоятельств формується. Тактичних, либо стратегических, либо под влиянием, скажем, реакции на те или иные события извне и внутри. Главное, что оно, во что оно вкладывается или как оно складывается. А это складывается вот в курс, который бы я назвал, Виктор Сергеевич тут предлагал разные термины, там реванш и так далее. Это ревизия. Ревизия курса предыдущих элит, ревизия в целом элит, скажем так, старых элит. Удар по элитам, он продолжается, причем точечно и по бизнес-элитам, точечно и по политическим элитам. В общем, складывается так, что складывается впечатление, что идет процесс вот такого осушения Печерских болот или Печерского болота. Так? Ну, Трампу не удалось осушить Вашингтонское болото. Посмотрим, получится ли это у... На холме. Получится ли это у Владимира Александровича, но в принципе, вот так оно все складывается. Знаете, в политике не важны намерения, в политике важны результаты. Можно с добрыми намерениями получить отрицательный результат, а можно даже с намерениями не самыми, скажем так, чистыми и светлыми помыслами получить, в общем-то, приемлемый для страны результат. Вот так складывается политика, так складывается вот то, что называется закон политической иронии. Так, потому что иногда так, этот закон политической иронии, вот можно таким общеизвестным выражением, благими намерениями вымощен на дорога в ад. Так вот, политическая ирония заключается в том, что можно иметь, скажем так, чисто тактические и шкурные интересы, но в результате можно получить отнюдь не шкурный, а общенациональный результат. Ну и наоборот, можно иметь самые светлые помыслы и так далее, но привести не к светлым помыслам, а вот к тому, что называется, привести, вымостить дорогу в ад. Вот в связи с этим удар по, скажем так, по элите предыдущей, так, десятилетней давности, да не только предыдущей, а вот та, которая вот примерно на протяжении 20 лет находится в той или иной степени у руля страны экономического, там, медийного, политического и так далее. Харьковское соглашение. 236 депутатов фактически под подозрением. Это презумпция вины уже.
презумпция вины. Кстати говоря, единственный из сегодняшних топовых политиков, кто вне презумпции вины, это Юлия Тимошенко, потому что она как бы не голосовала. Не тільки не голосувала, да. Вона ініціювала дострокову сесію 23 квітня, зібрала 153 підписи, щоб довести незаконність цих угод. Більше того, академік Білорусь, який в той час очолював комітет у закордонних справах, виступив на сесії, де сказав, що це суперечить Конституції, тобто Батьківщина зайняла абсолютно послідовну, суб'єктну, жорстку позицію проти цих угод. Ну, я от поэтому, знаєте, ми тут люди, скажімо так, не сильно молоді, поэтому ми хорошо помнимо це все. Так, як це було. У нас хороша професіональна і політична пам'ять, поэтому ми прекрасно помнимо всю цю історію, як воно було. Так що це важливий момент, тому що навіть от Петр Порошенко, хоча і не голосував, і, скажем так, находился тогда в такой политической паузе, тем не менее, горячо поддержал вот эти Минские соглашения. Уже гуляет ролик, вот там, где он дает интервью. Да, Харьковские соглашения. Дает ролик, дает интервью. Минский он тоже поддерживал. Да, Мустафе Наему, где он очень, так скажем, на хорошем таком литературном русском языке доказывает необходимость принятия таких решений. Убедительно. И я думаю, что все-таки вот не исключаю, что во многом вот эти решения принимаются для того, чтобы не только, скажем так, ударить по левобережному флангу украинской политики или там пророссийскому флангу украинской политики, но и так подбираются методично, постепенно к Порошенко, кольцо сжимается, его окружают все время, окружают какими-то решениями. Вроде бы напрямую это не связано, но отзвуки, эхо этих тех или иных решений хорошо медийно перебрасывают на предыдущего президента. Я понимаю, для чего это связано. Допустим, тот же курс, в чем я вижу логику, и если взять внешнее измерение логики курса Зеленского, она настроена на то, чтобы без всяких, без посредников. Если надо будет решать вопросы на российском направлении, без посредников, напрямую, или там в рамках нормандского формата. Если решать евроатлантические проблемы, или там в рамках евроатлантического курса, то тоже без посредников, напрямую. Вашингтон, администрация новая, или там Европейская комиссия, но никакие посредники среды бывших, скажем так, президентов или там топовых политиков не нужны. Понимаю, это тоже важный момент, потому что, ну, все-таки власть есть власть, и всегда украинский президент имел очень важную функцию. Это быть посредником, ну, во-первых, посредником между украинским бизнесом и западными и другими внешними центрами влияния, а во-вторых, всегда внешнюю политику делает президент, глава государства, а не партийные лидеры. И несмотря на там статус, заслуги, правильные, мнимые, реальные или мнимые, и тому подобное. Поэтому, мне кажется, вот атаки по всем фронтам идут. Вот сейчас вопрос только в том, хватит ли сил, хватит ли, расчетливо ли это делается, либо постоянно поднимаются ставки. Вот такое впечатление, что каждый раз с новым, скажем так, циклом работы или заседаний Рады национальной безопасности и обороны ставки повышаются. Но вот что дальше будет за повышением ставок? Так, какая тактика тут будет принята? Шаг вперед, два шага назад? Или два шага вперед, шаг назад? Ну, понятно. Либо вот будет ли результат в конечном счете? Ну, потому что каналы заблокированы, но месяц пока нету, скажем так, уже четких как бы обвинений по поводу Медведчуку и всей этой, скажем так, всей этой группе. Потому что сразу за блокированием, за решением РНБО уже должна идти, скажем так, какая-то более доказательная база, а не только санкционная политика. Так? И вообще, можно ли долго проводить политику через политику запретов или ограничений? Потому что санкционная политика – это политика запретов, это политика ограничений. Где предел вот этого запрета? Учитывая то, что мы все-таки демократическое общество. И не станет ли когда-нибудь вопрос о том, а что опаснее? Опаснее иметь даже, скажем так, право на ложь, право на какие-то, скажем так, точку зрения в медиапространстве, или все-таки опаснее, например, те или иные, опаснее сами запреты. Они же тоже как бы могут привести к тому, что вот можно увлечься запретами и привести к тому, что в логике запретов начнем существовать. Но это тогда, скажем так, будет несколько не совпадать, не согласовываться с демократическим вектором Украины, потому что по сравнению со всеми постсоветскими государствами Украина – демократическая страна. Тут была какая-никакая, да, можно спорить, но свобода слова –
независимость прессы, да, олигархической прессы, да, олигархических каналов, но тем не менее это все-таки было и есть пока. Так вот, тут надо тоже четкий расчет, чтобы пройти вот между эту грань, не нарушить, между борьбой с олигархами, деолигархизацией, внешним влиянием, там, внешними силами, структурами и так далее. А с другой стороны, не нарушить вот этот хрупкий баланс демократический, потому что можно увлечься. И, скажем, есть опыт многих государств, в том числе и на постсоветском пространстве, где мы видели, как все начиналось с борьбой против олигархов, так и начиналось, так сказать, борьба с олигархическими медиами, но потом закончилось, скажем так, авторитарным режимом, и вместо многих олигархов только один президент-олигарх. Дальше все-таки. Вот мне кажется, готовы ли к сопротивлению многие элиты или нет? Вот будут ли они пытаться, ну, дальше как-то организовываться, там, мобилизовываться, давать ответ какой-то, или будут, ну, безропотно, по крайней мере, как это видно на данном этапе, принимать вот этот исторический ревизионизм или элитный ревизионизм со стороны новой власти. Согласен, если все-таки работать на упреждение, то нужно готовить, ну, и союзы, и партнерство для того, чтобы все-таки это не было решением одной власти, это раз, одного центра власти, а во-вторых, чтобы все-таки уберечь или упредить возможность сопротивления. Для этого надо более широкие коалиции, широкие движения или фронты, как раньше это делались. Тут не обойтись без, только монобольшинством в парламенте. Так? Тут надо более широкие общественные, гражданские и политические движения для того, чтобы вот этот курс на, ну, скажем так, на реальную независимость или там, на реальную субъектность, он получил дальнейшее воплощение и затвердение в результатах. Дальше. Все-таки, опять-таки, проблема, связанная с решениями вчерашней Рады национальной безопасности, проблема национализации активов. Насколько, если это касается только военных технологий, уникальных производств военно-промышленного комплекса, тут вопросов нет, вопрос только в цене такой национализации, потому что по-любому придется инвесторам делать компенсацию. Что касается остального, но тут, мне кажется, нужно 100 раз подумать, 7 раз отмерить и 1 раз срезать, потому что, а может ли государство, государственный аппарат, который у нас костный и коррумпированный, управлять многомиллионными, миллиардными активами? Я уже не говорю там, о других производствах, которые были созданы с нуля и так далее, и так далее. Или даже от приватизации металлургического комплекса, который лежал там 20 лет назад или 25 лет назад. И который, как бы там мы не относились к конкретным олигархам, но тем не менее запустили это производство. И вообще, деолигархизировать это как? Надо же тоже понимать, что наши олигархи, там, при всем, скажем, к ним негативном отношении, они создали современную Украину. Это и медиа, и футбольные клубы, и инфраструктуру, многих инфраструктуру, как информационно-медийную, и политическую, и экономическую, и так далее. Так что эти вещи тоже надо учитывать. Я думаю, надеюсь, что все-таки аппарат РНБО, институция достаточно серьезная, там есть квалифицированные специалисты, и они, конечно, думают над этим, как вот не допустить срыва вот в такую огульную популистскую деолигархизацию. Это деолигархизация должна быть с точки зрения национальных государственных интересов Украины, а не только как, ну, эмоция или там результат популистской волны. Дальше. По поводу вот вопросов, которые нам задавал Богдан Красавцев, чи можна очікувати, що регіони поступово набиратимуть більше ваги в українській політиці? Мені кажеться, вот тоже одно із направлений ударів вот этих всіх, це і по регіональним елітам, і попытки центральна власть, вот как бы озабочена, особливо після місцевих виборів, що виросли у нас місцеві еліти або мери і стали общенаціональними політиками. И понятно, что это не может не тревожить. Отсюда были, скажем так, перемены в руководстве областных госадминистраций, например, в той же Одессе, куда вернули опытного администратора Гриневецкого, Сергея Гриневецкого. Так? Дальше. Это связано с тем, что вот в Харькове сейчас происходит, пока выборы откладываются, очевидно, только где-то к октябрю. Дай бог к октябрю, чтобы эти были выборы 31 октября. Хотя избирательная кампания,
вижу, что уже, допустим, тоже Михаил Добкин уже проводит избирательную кампанию. Но, мне кажется, главный интерес – это все-таки Киев, потому что Киев – это ну, столица, контроль над столицей всегда был одной из основных целей центральной власти в Украине, офиса президента, президента и так далее. Но я вижу, что в какой-то степени вызов принят. Вот буквально на днях Виталий Кличко заявил о том, что нужно пересмотреть условия отчисления, так сказать, поступления в киевский бюджет, потому что получается, что где-то примерно там 48 или 49 миллиардов гривен только получает киевский бюджет, хотя отдает более 260 там, 60 или 250 гривен. Поэтому это несправедливо, а тем более от Киева требуют многих таких вещей, потому что, понятно, столица должна выглядеть прекрасно, она должна выглядеть хорошо. Поэтому мне кажется, что вот здесь как раз региональная элита или мэрская элита, тем более с обще, таким политическим, скажем, общенациональным политическим бэкграундом и статусом, она, конечно же, будет сегодня, ну, скажем так, тоже заявлять о своих претензиях финансовых, прежде всего, с точки зрения вот, городов. Вот, так что, еще раз хочу повторить, что то, что делает сегодня власть в плане концентрации или там, скажем, усиления кондиций государственности, это вполне правильно. Вопрос только в том, чтобы это было все в разумных пределах, чтобы это все было вне компанейщины, чтобы прогнозировались результаты и последствия всех этих действий, чтобы это просто не было медийным, политическим выхлопом, за которым не будут идти серьезные структурные политические изменения. Потому что если уже делать ревизию элиты, ревизию предыдущего курса, тем более с точки зрения логики наступления 30-летия украинской независимости, то это все должно быть продумано расчетливо и все-таки играть на консенсус в стране, а не на новый виток войн элит или внутривидовой войны в политических элитах. Ну, це, мені здається, дуже важливо, тому що от ми завжди, коли говоримо про приклади демократії, ми говоримо про розподіл влади там. Виконавча, судова влада, законодавча влада, але забуваємо про те, що є ще четвертий вимір розподілу влади, це між центральною владою і місцевим самоврядуванням, тому що є окремі повноваження, і це є запорука демократичного способу організації держави. Європа живе саме так. Ось. Тому це дуже важливо, тому що можна боротися проти тих чи інших мерів, там, боротися проти місцевого, я би сказав, такого феодалізму, ми говоримо, любимо зразу там феодалізм, князі і так далі, але щоб в цій боротьбі не загубити ростки, паростки місцевого самоврядування.